오늘은 다섯 번째 강의입니다. Сегодня мы будем рассматривать пятую лекцию. 하나님의 말씀은 요한삼서 1장 2절입니다. Слово Божье — это 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. 통역자님이 한번 읽어주시죠. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 네. 5강은 조울증에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. Мы поговорим о биполярном расстройстве. 제가 우울증, 조울증, 정신병에 대해서 제 관심을 가지고 자료들을 좀 많이 찾아봤습니다. Я исследовал психические болезни, как депрессию и биполярные расстройства, искал соответствующие материалы. 그런데 병원에서 치료받는 분들이 일시적으로 도움받다가 자꾸 다시 재발하는 그 결과들이 많다는 걸 봤고요. Я увидел, что многие люди обращаются за помощью в больницу, они получают какое-то решение, но через некоторое время эта болезнь возобновляется. 병원에서 도움을 받지 못한 사람들이 명상 운동하는 쪽으로 많이 가고 있다는 걸 봤습니다. Я в результате исследований увидел, что люди, которые не обращались за помощью в больницу, в конце концов приходят, выбирают метод медитации. 근데 이 명상 운동이 이게 그냥 보면 좋고 괜찮은 것 같잖아요. Если посмотреть просто на движение медитации, то это хорошо. 근데 영적으로 보면 복음 없는 사람이 명상을 깊이 하면 진짜 위험합니다. Но когда смотрим духовными глазами, что человек, не имеющий Евангелия, занимается медитацией, это действительно опасно. 복음 없는 사람들이 영적으로 깊이 들어가면 반드시 흑암과 연결이 되고 사단과 연결이 돼. Потому что когда люди, не имеющие Евангелия, входят в духовную глубину, обязательно там сталкиваются, если они не имеют Евангелия, то сталкиваются с сатаной и с тьмой. 자, 근데 그쪽으로 가는 이유는 올바른 복음을 가진 사람들이 답을 주지 않으니까 그쪽으로 가는 거죠. Идут по такому направлению, потому что люди не дают правильного ответа через Евангелие. 교회가 좀 율법적인 그 색깔을 가지고 있으면 이런 사람들을 자꾸 무시하고 정죄합니다. Когда церковь имеет такой цвет законнической церкви, то она, как правило, или игнорирует такими людьми, или же осуждает их. 믿음이 없어서 그렇다. 회개해야 된다. 이렇게만 설명을 하죠. Например, они это все интерпретируют, что нет веры, поэтому с ними такое происходит, или потому что им надо покаяться. 또 심하면 뭐 이게 사단에게 잡힌 거다 이러면서 상처를 줘요. И вплоть до того, что могут сказать, что это потому, что человек связан с сатаной, тем самым причиняет раны. 그래도 교회에서 좀 이런 사람들을 돕는다고 하는 사람들을 보면 신비주의가 많아요. Но если есть люди, которые, несмотря на все это, помогают от церкви, психически больным людям, и в основном это на уровне мистицизма. 정확한 복음과 하나님의 말씀으로 치유돼야 되는데 신비적인 방법으로 자꾸 이상한 치유를 합니다. Исцеление должно происходить через точное Евангелие и Слово Божье, но люди выбирают метод мистицизма. 자, 그러다 보니까 이 치유 현장을 다른 사람들에게 다 뺏긴 거죠. И таким образом другие люди захватывают эти места действия. 그래서 여기 있는 우리 참 복음을 가진 전도자들이 일어나기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы присутствующие здесь
истинные благовестники, имеющие Евангелие, могли подниматься. 가장 복음적인 방법으로, 성경적인 방법으로 치유 운동을 일으킬 수 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы могли поднимать библейское движение и самое евангельское движение. 오늘 제목이 거의 결론입니다. И тема это есть заключение. 복음 집중 24. Евангелие концентрация 24 часа. 정확한 복음이 생명으로 부딪히면 영이 살아납니다. Когда точное Евангелие, когда жизнь оживает дух. 이제 예배, 말씀, 기도를 통해서 영적으로 집중하기 시작하면 마음이 치유됩니다. Когда есть концентрация духовная через слово, богослужение и молитву, тогда душа получает исцеление. 그 집중하는 것을 24 힘을 얻을 수 있는 것으로 연결하면 치유되기 시작합니다. Если эту концентрацию соединить со временем 24 часа, где вы можете обретать духовную силу, тогда произойдет исцеление. 그래서 저와 여러분 좀 조울증을 먼저 이해하고 이 사람들을 어떻게 도울지 좀 정리를 해야 되겠습니다. Поэтому сначала нужно понимать, что такое биполярное расстройство и упорядочить, как помогать таким людям. 번역된 강연을 여러분이 다 받았다고 들었는데요. И мне сказали, что у вас уже есть переведенный материал. 먼저 서론의 조울증을 좀 이해해야 되겠습니다. И вступительная часть понимания биполярного расстройства. 어제 우울증에 대해서는 말씀을 드렸고요. Вчера я говорил вам о депрессии. 이게 조울증은 우울증과 아주 이렇게 기분이 너무 업이 되는 조증이 같이 있는 거예요. Биполярное расстройство это когда есть и депрессивное состояние и совершенно противоположное депрессии состояние, и это все одновременно в человеке находится. 그 간격이 짧은 사람도 있고 좀 몇 달, 몇 년 그런 긴 사람도 있습니다. И некоторые люди недолгое время находятся в этом состоянии, кто-то может находиться год и несколько лет в этом состоянии. 근데 우울할 때는 완전히 가라앉아 있다가 조증일 때는 너무 이렇게 업이 되는 거. То есть когда депрессии, они вот полное падение такое, расстройство, и потом происходит противоположное действие, когда у них чрезмерно повышенное вот такое состояние. Украина на 이런 데도 조울증이 굉장히 많을 겁니다. Я думаю, что и в Украине есть люди вот с такими заболеваниями, как биполярное расстройство. 자세히 한번 볼 필요가 있습니다. Есть необходимость посмотреть на это внимательно. 조증의 증상이 어떤 증상이 있죠? И какие есть симптомы? 조증이 오면 기분과 에너지가 비정상적으로 충만해져요. Вот когда человек находится в таком состоянии, тогда он наполнен энергией и настроением. 기분이 좋다 정도가 아니고 너무 이렇게 업이 되고 에너지가 넘쳐요. И не просто у него хорошее настроение, а у него прямо всплеск энергии. 그래서 조증이 왔을 때는 얼굴에 막 빛이 납니다. И когда он находится в этом состоянии, то его лицо сияет. 그리고 며칠간 밥을 제대로 안 먹어도 배도 안 고파요. И в таком состоянии человек может несколько дней не есть, и он не будет испытывать чувство голода. 하루에 두 시간 자고 3일 동안 잠을 못 자도 안 피곤해요. Он может спать по 2 часа в день, и так 3 дня, и он не устает. 이 막 에너지가 충만하니까. Потому что он исполнен энергией. 그러면서 생각과 말이 굉장히 빨라집니다. И мысли, он очень быстро думает и очень быстро говорит. 생각이 막
굉장히 많고 생각이 굉장히 빨리 움직여요. Это называется маниакальный синдром, когда очень-очень быстро человек думает. 생각이 빠르니까 그걸 표현하는 말도 굉장히 많고 빨라져요. Так как мысли очень быстро движутся, и, соответственно, и речь его ускоряется. 자, 그러면서 너무 극단적인 행동도 많이 해요. И также очень много радикальных поступков. 너무 막 무리하게 막 사업을 시작하거나 막 돈을 빌리기도 하고요. То есть он, этот человек может как-то неожиданно начать заниматься бизнесом или одолжить деньги. 충동 구매라고 하죠. 막 카드를 끌고 가지고 필요 없는 거를 막 삽니다. Или же взять банковскую кредитную карточку и просто покупать вещи, даже если они не нужны. 돈도 없으면서 카드로 몇 천만 원짜리 물건을 사고 막 차를 사고 그래요. То есть нет у них, у этого человека денег, но они готовы купить за огромные суммы какие-то вещи или же даже машину. 어느 날 집에 수천만 원짜리 카드 이렇게 고지서가 날라오는 거죠. А потом приходит с банка оповещение о том, что был потрачен кредит. 그것 때문에 가족이 힘들어하는 사람 굉장히 많습니다. Вот из-за таких людей члены семьи испытывают большие трудности. 그러면서 자기 그 생각을 이렇게 알아주지 않으면 굉장히 폭력적으로 바뀌어요. А если другие люди не признают их мышление, то они потом могут проявлять и насильственные действия. 그래서 말도 막 폭언을 하고 실제로 막 사람을 때리기도 하고 그런 폭력을 행사합니다. И слова также содержат насилие, и они могут и физически принести какой-то урон. 그리고 이 에너지가 넘치다 보니까 그 성적인 욕구도 넘쳐가지고 그런 성적인 사고들을 자꾸 터뜨려요. И так как много энергии, поэтому появляется потребность в половых связях. 자, 어떻습니까, 여러분? 우울할 때는 완전히 무기력하게 가라앉아 있는 거예요. То есть когда человек находится в депрессивном состоянии, то есть у него полное падение. 그러다가 조증이 오면 너무 에너지가 충만해 가지고 막 지나친 행동들을 많이 해요. И когда обратное действие происходит и у него возникает маниакальный синдром, тогда всплеск энергии. 자, 근데 그 우울증이 올 때는 본인도 가족도 아 병이 생겼구나 치료를 받아야 되겠구나 이런 생각을 해요. Когда приходит депрессия, сам человек и члены его семьи понимают, что это болезнь, что нужна помощь. 그래서 우울증일 때는 병원도 좀 가고 약도 좀 먹고 그렇게 하죠. Поэтому, когда депрессия, обращается за помощью в больницу и принимает какие-нибудь лекарства. 근데 이 조증이 왔을 때는 그게 병이라는 생각을 본인이 잘 안 합니다. А когда приходит этот маниакальный синдром, сам человек и не думает о том, что это является болезнью. 우울증이 나았다고 생각하면서 자기는 이제 다 나았다고 이야기를 해요. И человек воспринимает так, что он уже получил исцеление от депрессии. 가족도 우울한 모습을 너무 오랫동안 봤는데 약간 들떠 있으니까 이상하지만 괜찮다고 생각을 합니다. И члены семьи воспринимают точно так же, что он находился долгое время в депрессии, и сейчас у него более приподнятое настроение, но это нормально. 누워있는 것보다는 에너지가 넘쳐서 저렇게 다니니까 다행이라고 생각을 합니다. И люди, и члены семьи воспринимают и думают, что это слава Богу, что он находился в таком упадке, а теперь у него чрезмерное количество энергии. 자, 쉽게 말하면 우울증일 때는 병이라는 생각을 하지만 조증이 왔을 때는 병이라는 생각을 잘 안 해요. Проще говоря, когда есть депрессия, человек
воспринимает это как болезнь. Когда же есть маниакальный синдром, это не воспринимается как болезнь. 그 치료를 잘 안 받고 있다가 어느 날 또 갑자기 우울증으로 확 떨어지는 거. Если человек не проходит курс лечения, то неожиданно в один момент он снова возвращается в это депрессивное состояние. Он находится в этом депрессивном состоянии, потом дают ему лекарства, вдохновляют его, и снова у него возникает маниакальный синдром. И опять через какое-то время возвращается в депрессию. 이게 계속 반복되면서 점점 간격이 커집니다. И это все повторяется. 그래서 우울증을 제대로 도와주지 않으면 이게 간격이 점점 커진다니까요. И интервал постепенно увеличивается, если в этой ситуации не помогать. 그래서 아주 그 올라가 있다가 나중에 완전히 떨어지면 그 떨어지는 마음이 너무 힘든 거예요. Когда очень приподнятое настроение, а потом, когда есть большое падение, и вот в этом состоянии, когда падение, очень тяжело человеку. 그래서 그 떨어지는 마음을 견디지 못해서 자살하는 사람 많아요. Поэтому многие люди не могут выдержать вот это состояние падения и заканчивать жизнь самоубийством. 그래서 우울증보다 조울증 환자가 자살률이 10배가 더 높습니다. Поэтому процент суицида больше среди тех, у кого маниакальный синдром, нежели тех, у кого депрессия, и больше в 10 раз. 그래서 우울증뿐만 아니고 조울증 환자들을 잘 도와줘야 돼요. Поэтому надо помогать людям не только у которых депрессия, но и у которых маниакальный синдром. 죄송합니다. 잠시만요. Прошу прощения. Нет. 그러면 그 정신병원에서는 조울증에 대한 원인을 또 치료를 어떻게 하고 있습니까? Как психбольницы объясняют причину и как проводят лечение маниакального синдрома? 최고의 병원에서도 하는 말이 정확한 원인은 잘 모른다라고 이야기하고 있습니다. Даже в самой лучшей больнице говорят, что причина этого синдрома неизвестна. 분명한 것은 뇌에 지금 문제가 온 것은 분명한데 왜 그런 문제가 오는지는 아직도 연구 중. Что несомненно, что проблема возникает в головном мозге, но почему она возникает, наука до сих пор находится в процессе исследования. 치료는 어떻게 하죠? А как проводится лечение? 일단 조울증이 심할 때는 입원을 권합니다. Когда очень сильное маниакальное расстройство, тогда советуют положить человека в стационар. 그리고 약물 치료를 같이 하라고 이야기를 하죠. И также советуют принимать лекарства. 제가 그 이 조울증 그 있는 분을 만나고 도와봤거든요. Я имел дело с человеком, у которого маниакальный синдром, и пытался помочь. 이분은 남자분인데 우울증, 조울증을 한 20년 정도 알았어요. Это мужчина, и он 20 лет страдал от этого заболевания, то депрессия, то маниакальный синдром. 이분은 경찰을 15년 했고요. Он 15 лет прослужил в полиции. 경찰 그만두고 이제 결혼하고 사업을 시작했어요. Потом он ушел в отставку, вступил в брак и начал заниматься бизнесом.
근데 사업에 실패하면서 경제 문제가 오고 제 부인과도 이혼하게 됐습니다. Он потерпел крах в бизнесе, у него появились финансовые проблемы, и он развелся с женой. 그러면서 우울증, 조울증이 점점 심해진 거예요. И постепенно у него возникали проблемы, серьезные проблемы, вот депрессии и маниакального синдрома. 네, 그걸 잊어보려고 먹기 시작한 술이 중독이 돼서 알코올 중독도 있어요. Для того, чтобы забыть обо всем этом, он начал употреблять спиртное, и у него появилась зависимость от алкоголя. 겨우 자다가 깨면 집에 커튼이 귀신으로 보여요. Он засыпает, потом просыпается и воспринимает вот занавески, которые возле окон, как будто это бесы. Котени 귀신으로 바뀌어서 자기 목을 조른대. И он рассказывает, что занавески превращаются в бесов и начинает его душить. 그래서 밤에 잘 때 불을 절대 못 끄고 잔대. Поэтому, когда он ночью засыпает, он спит с включенным светом. 그러면서 날마다 하루에 7번 이상씩 어떻게 죽을까 자살을 생각한다. И каждый день по 7 раз в день он думает, как умереть, думает о суициде. 그 아들 데리고 혼자 살면서 같이 살면서 계속 술만 먹고 그래서 사는 거예요. Он живет с сыном и каждый день только пьет. 조증이 올 때는 멋지게 입고 멋있는 모습으로 막 돌아다니면서 일도 해요. Когда у него маниакальное расстройство, он одевается очень красиво, выглядит прекрасно и работает. 근데 우울증이 올 때는 쫙 가라앉아가지고 날마다 술만 먹고 집에 누워 있는 거예요. А когда депрессия, тогда он в полном падении и каждый день находится дома и выпивает. 아들한테 막 소리 지르고 고함 지르고 막 때리기도 하고. Он кричит на своего сына и бьет его. 그러다가 좀 괜찮아지면 미안하니까 게임하는 컴퓨터 막 몇백만 원짜리 사주고. А потом, когда он немного приходит в себя, ему становится неудобно перед сыном, он покупает ему игровой компьютер за несколько тысяч долларов. 자, 이런 분을 만나게 된 겁니다. Я встретился с таким человеком. 당연히 하나님의 형상 잃어버린 영적 문제가 근본 문제니까요. Естественно, что коренная проблема – это духовная проблема, потому что был утерян Божий образ. 여기 본론에 있는 것처럼 정확한 복음으로 이 사람이 생명을 얻을 수 있도록 이제 도와주기 시작했습니다. И как написано это в основной части, я начал помогать ему и передавать точное Евангелие. 거기 있는 것처럼 지금 이 사람이 가진 조울증이나 여러 가지 문제는 드러난 문제죠. Проблемы, которые у него есть, депрессия или маниакальное расстройство, это видимые проблемы. 그러나 오래된 숨겨진 문제가 있습니다. Но есть также древняя скрытая проблема. 그게 바로 마음의 오래된 상처죠. Это душевная рана, которая долгое время находилась в человеке. 그거보다 더 근본 문제는 바로 영적인 부분의 문제가 온 겁니다. И также есть корень всех этих проблем, и корень – это духовная проблема. 하나님 떠나 있지요, 영이 죽어 있잖아요. Человек отошел от Бога, его дух мертв. 원죄, 사단, 지옥 배경에 갇혀 있는 겁니다. Первородный грех, сатана и ад. 그래서 사단과 죄와 지옥을 이기신 그리스도를 또 설명을 했죠. Я начал объяснять о Христе, который победил сатану, грех и ад. 예수님을 구주로 영접하고 생명을 얻게 됐습니다. Он принял Иисуса как спасителя и обрел жизнь. 이분의 영이 이제 살아나기 시작하는 거죠. Его дух начал оживать. 제가 이분에게 이야기했어요. И я сказал ему. 당신이 오늘 영접하는 순간 당신은 영원한 하나님의 자녀다. Тот момент, когда вы приняли, вы навеки стали чадами Божьими.
영원한 생명을 얻었고 성령께서 당신 속에 이제 24시 함께 하신다. И Дух Святой 24 часа пребывает вместе с вами. 자, 그런데 문제는 당신이 복음을 모르고 40년을 살아온 거야, 40년을. Но проблема в том, что вы не знали Евангелия и так жили 40 лет. 40년 동안 당신의 영혼 속에, 마음 속에, 생각 속에 복음 아닌 다른 게 꽉 차 있는 거지. 40 лет в вашем духе, в вашей душе было не Евангелие, а что-то другое. 잘못된 것이 각인되어 있고 뿌리 내려 있고 체질되어 있다. Было запечатлено, была корень, сущность в другом. 이제 당신은 하나님의 자녀가 되었지만 마음에 많은 이 각인 뿌리 체질을 바꾸는 집중이 필요하다. 집중. И хотя вы стали чадом Бога, но необходима концентрация для того, чтобы поменять ваши неправильные корень, сущность и запечатленное. 아, 우리 감기 걸리면은 약도 먹고 몸이 피곤하면 링거 주사도 맞지 않느냐? Когда у нас простуда, мы пьем лекарства и иногда мы делаем уколы. 몸이 많이 안 좋을 때는 입원해 가지고 하루 세 번씩 약 먹고 집중적으로 치료하지 않느냐? А когда мы в очень плохом состоянии, то мы ложимся в больницу и по три раза в день пьем лекарства, и мы сосредоточены на лечении. 뭐, 별나게 신앙생활 하자는 게 아니고, 당신이 이제 구원받았으니까 집중적으로 하나님이 주시는 힘을 얻어야 된다. Не просто так вести жизнь веры, но так как вы уже получили спасение, вам нужно сосредоточиться на Боге и обретать от Него силу. 복음을 들을 때 영이 살아난다. Когда вы слышите Евангелие, оживает Дух. 예배할 때 마음이 치유된다. Когда вы проводите богослужение, душа получает исцеление. 기도하면서 살아간다면 우리의 삶이 치유될 수 있다. Если вы живете и молитесь, то ваша жизнь может получить исцеление. 그래서 할 수 있다면 날마다 복음을 들으면서 날마다 영적인 힘을 얻으면 좋겠다. Есть возможность каждый день слушать Евангелие и обретайте духовную силу. 그래서 혹시 날마다 만날 수 있겠냐고 제가 물어봤어요. Я спросил, может ли он встречаться со мной каждый день? 이 집중해야 될 이유를 설명하고 날마다 만날 수 있겠는지 물어봤어요. Я объяснил ему причину, почему нужно концентрироваться, и спросил, может ли он встречаться каждый день. 집중해야 될 이유를 정확하게 충분히 설명을 해야 되죠. Нужно очень точно и достаточно объяснить причину, для чего нужно сконцентрироваться. 자, 이 문제가 남아 있는 것은 그리스도가 부족하기 때문에 남아 있는 문제가 아니다. Эта проблема остается не потому, что недостаточно Христа. 당신에게 이 상처가 남아 있는 것은 십자가의 복음이 부족해서 남아 있는 게 아니다. И рана это остается внутри вас не потому, что Евангелие Христа недостаточно. 이 문제를 통해서 복음에 집중하다가 증인이 되게 하시려고 남겨두신 문제다. Но Бог оставил эту проблему для того, чтобы вы сосредоточились на Евангелии благодаря этой проблеме и стали свидетелем. 그래서 당신이 이 문제 때문에 날마다 집중하고 힘을 얻는다면 하나님은 당신을 증인으로 바꾸실 거예요. Если благодаря этой проблеме вы будете каждый день концентрироваться и обретать силу, то Бог сделает вас свидетелем. 날마다 혹시 만날 수 있겠느냐 물어봤어요. Я спросил, может ли он встречаться каждый день. 자기가 지금 제일 많은 게 시간이라더라고. И он говорит, что больше всего сейчас у него это время. 그럼 좋지, 됐다. Я сказал, да. 나중에 말씀드리겠지만 그 지역에 날마다 말씀 듣고 집중하는 팀이 있거든. Организовалась такая команда для того, чтобы быть сконцентрированными и слушать слово. 그 권사님하고 이 몇 명 이렇게 모여가지고
날마다 말씀 듣고 은혜 받고 힘 얻는 팀이 있어. Есть команда, которая вот и там есть и старших диакон, которые каждый день собираются, молятся и получают благодать. 네, 날마다 모여서 예배하고 말씀 듣고 기도하니까 영이 살아나기 시작. Каждый день начали собираться, проводить богослужение, молиться, и дух стал оживать. 그러면서 같이 밥도 먹고 같이 운동도 같이 하고. И вместе принимать пищу, вместе заниматься спортом. 그리고 떨어져 있을 때도 좀 이렇게 좀 힘들겠다 싶으면 전화해 가지고 또 확인하고 힘 주고. И когда долгое время не было общения, я созванивался и вдохновлял, давал силу. 하루에 한 번만 만나도 대단할 건데 낮에 중요한 시간에 계속 연결을 하는 И даже одного раза в день встречаться это достаточно, но днем постоянно была связь. 아, 이분이 살아나기 시작하는데요. 얼마나 감사한지. Этот человек начал оживать, и я был очень благодарен. 근데 또 좀 살아나다가 한 번씩 또 쫙 가라앉아요. И он оживает, потом проходит время, он начинает падать. 몇 달 동안 집중하는데 또 올라갔다가 또 가라앉았다 그래요. Какое-то время он сосредоточен, поднимается, потом опять падает. 나도 모르게 불안하고 나도 모르게 우울하잖아요. То есть депрессия, беспокойство приходят независимо от меня. 그게 우울할 수밖에 없는 영적 상태가 와 있는 거거든. Это потому что есть духовное состояние, из-за которого вот это тревожное состояние неизбежно. 어떻게 해야 이길 수 있죠? Как можно это преодолеть? 나도 모르게 우울하고 나도 모르게 불안하잖아요. Это не зависит от меня. Ко мне приходит тревога и беспокойство. 어떻게 해야 이깁니까? Как можно это преодолеть? 열심히 막 노력해가지고 이기는 거 아닙니다. Не через какое-то усердие или усилие. 나도 모르게 평안하고 나도 모르게 믿어지고 나도 모르게 괜찮아야 돼요. То есть я должен не замечать того, как у меня есть покой, у меня появляется вера, и мне становится хорошо. 말하자면 내 의지가 아니고 흔들리지 않는 영적 상태가 만들어져야 돼. То есть не моя воля, не от моей воли должно зависеть, а должно сформироваться непоколебимое духовное состояние. 지금은 흔들릴 수밖에 없는 영적 상태가 와 있으니까 이런 일이 벌어지는 거거든. А так как сейчас колеблющееся духовное состояние, поэтому приходят и последствия. 그래서 지금 당장 된다, 안 된다, 좋아졌다, 안 좋아졌다, 그거 너무 신경 쓰지 마세요. Поэтому сейчас не нужно думать о том, что в данный момент получается или не получается. 날마다 복음과 말씀과 기도로 영적인 힘을 계속 얻는 겁니다. Надо каждый день через Евангелие Слово, молитву обретает духовную силу. 아침에도 영적으로 힘 얻고요. А утром обретает духовную силу. 하나님 주신 영적 힘을 가지고 하루를 시작하는 겁니다. Обретать силу, держась за за духовное. 그 힘을 가지고 조금씩 조금씩 살다가 자기 전에 밤에 또 영적인 힘을 얻는 거예요. И жить с этой силой, и ночью также обретать духовную силу. 그래서 아침 시간과 밤 시간이 굉장히 중요. Поэтому очень важно утреннее время и время перед сном. 아침에 그리스도로 끝내고 하루를 시작하는 겁니다. Начать день с того, что говорить, что Христос покончил со всем. 아침에 그리스도로 끝내고 영적인 힘 얻고 하루 시작하는 거예요. Утром разрешить все через Христа, обретать духовную силу и начинать день. 이분이 그때 당시 막 자살 시도도 하고 정신병원에도 갔다 오고 그랬거든요.
Этот человек пытался закончить жизнь самоубийством, и он был и в психбольнице. 그래서 제가 이분하고 이렇게 줌으로 하루에 두 번씩 만났어요. Я с этим человеком два раза в день встречался через вот такую связь по Zoom. 진짜 하루에 두 번, 8개월을 만났습니다. Действительно, два раза в день и на протяжении 8 месяцев. 아침에 그리스도로 끝내고 말씀 붙잡고 영적으로 힘 얻었어. Утром все закончено через Христа, держимся за Слово, обретаем духовную силу. 근데 낮에 또 흔들리고 생각이 복잡하고 막 그런 걸. А днем опять колебания, опять запутанные мысли. 괜찮습니다. 어, ничего страшного. 왜? 밤에 또 그리스도로 끝낼 거니까. Почему? Потому что ночью, вечером опять все будет разрешено через Христа. 밤에 또 그리스도로 끝내고 말씀 붙잡고 영적으로 또 힘 얻을 거니까. Все будет покончено с помощью Христа через Слово, и опять он обретет духовную силу. 아이고, 목사님, 감사합니다. 너무 감사합니다. 막 이래요. И он говорит мне, пастор, я очень благодарен вам. 그래 놓고 밤에 자다가 또 시달려. А потом он засыпает, и ночью опять подавлен. 상관없습니다. Но это не важно. 왜 그렇죠? Почему? 아침에 또 그리스도로 끝내고 말씀 붙잡고 영적으로 힘 얻을 거니까. Потому что утром опять все будет закончено через Христа. Он обретет духовную силу через Слово. 두 달 동안은 매일 아침, 매일 밤에 저하고 예배했어요. Два месяца, каждое утро и вечер он проводил со мной богослужение. 하나님의 주권을 믿는 믿음이 회복되기 시작하고. И у него появилась вера в Божий суверенитет. 말씀 붙잡고 평안을 누리기 시작하는데 변화되기 시작한다. И когда держится за слово, обретает покой. 이제 드디어 혼자 집에서 예배도 가능해지는. И настолько, что теперь самостоятельно мог дома проводить богослужение. 어, 그래서 밤에는 3개월째부터는 밤에는 혼자 예배하고 아침에만 만났어. И когда прошло 3 месяца, он проводил богослужение, и мы встречались только один раз. 그렇게 8개월을 했는데 완전히 전도자로 바뀌었어요. И так происходило 8 месяцев, и он изменился и стал благовестником. 또 다른 사람을 살리고 또 다른 사람을 도와주는 전도자로 바뀌었어요. Он изменился, стал благовестником и мог оживотворять и помогать другим людям. 그러다가 자기 인생에 큰 사건이 또 몇 개 터졌어요. И в его жизни произошло несколько важных событий. 근데 8개월간 집중하고 나더니 흔들리지 않는 거예요. Через 8 месяцев он концентрация, он перестал колебаться. 어, 믿음을 가지고 그 문제를 통과하면서 하나님의 인도받는 걸 봤습니다. Я увидел, что у него появилась вера, и он смог верой преодолеть эту проблему, и я видел Божье руководство. 자, 우리가 일주일에 한 번만 만나도 굉장히 중요한 시간이잖아요. Если даже мы встречаемся один раз в неделю, это очень важное время. 그러나 일주일에 한 번 만나면 한 시간이죠. Мы встречаемся один раз в неделю, это один час. 일주일이 168시간입니다. В одной неделе 168 часов в одной неделе. 그 한 시간의 복음이 167시간을 반드시 이길 거라고 저는 확신합니다. Я уверен, что один час Евангелия может победить все остальные 167 часов недели. 그게 복음의 능력이니까. Это есть сила Евангелия. 자, 그러나 틈이 얼마나 되는가 보면 틈이 굉장히 많은 거예요. Но если посмотреть, сколько лазеек очень много. 매일 만나면 대단하죠. Конечно. Хорошо, когда встречи происходят каждый день. 그러나 한 시간씩 매일 만나도 7시간밖에 안 돼요. Но если встречаться каждый день по одному часу, это всего лишь 7 часов.
161시간은 다른 거 다 받아들이고 있는 거예요. То есть, а на протяжении другого времени, это 161 час, все это время он принимает другое, не Евангелие. 틈이 너무 많은 거지. И появляется много лазеек. 그래서 제가 아침에도 만나고 밤에도 만나기 시작한 거. Поэтому я начал встречаться с этим человеком утром и вечером. 그러면서 낮에 메시지도 보내주고 찬양도 보내주고 연락도 하고 그렇게 했어요. А днем я отправлял послания, наставления и созванивался. 그리고 혼자 있을 때 할 수 있는 이제 미션도 주고. И давал также миссию, чтобы он мог ее исполнять самостоятельно, когда остается один на один с собой. 유광수 목사님 복음 편지 메시지 듣고 기록하는 것도 미션으로 주고. Я давал ему такую миссию, чтобы он слушал послание пастора Югвансу, письма Благой Вести и записывал их. 말씀 들으면서 운동하는 것도 미션으로 주고. Давал такую миссию, чтобы он слушал слово и занимался спортом. 아침에 운동할 때 천천히 길게 호흡하는 것도 미션으로 주고. Также утром, когда он делает зарядку, использовал глубокое дыхание. 거기 2번에 있는 것처럼 말씀, 운동, 호흡, 기도 이거를 낮에 계속 미션으로 줬습니다. Во втором большом пункте я упомянул это, слово, спорт, дыхание и молитва. 자, 그러다 보니까 결국 점점점점 24가 되어지는 거예요. И вот таким образом формируется 24 часа. 주일 예배 성공하기 시작하니까 주일날 많은 은혜를 받죠. Когда имеешь успех в воскресном богослужении, в воскресный день ты получаешь много благодати. 매일 아침과 밤에 정시 기도하면서 날마다 영적인 힘을 얻죠. Каждый день утром и ночью ты молишься в определенное время и получаешь духовную силу. 어느 날 낮에 잘 흔들리지 않는 나를 발견하게 됩니다. И однажды днем ты выявляешь, что ты уже перестаешь колебаться. 잘 속지 않고 승리하는 나를 발견하게 되죠. Ты выявляешь, что ты не обманываешься и одерживаешь победу. 24가 되어지기 시작. И начинает получаться 24 часа. 아이고, 어떤 사람들은 이야기합니다. 목사님, 어떻게 이렇게 날마다 만나줍니까? 힘들지 않습니까? Некоторые люди спрашивают, пастор, разве вам не сложно, как это вы каждый день встречаетесь с человеком? 내가 날마다 힘을 얻는 영적 시스템이 있는 사람은 어렵지 않습니다. Если у человека есть духовная система, каждый день обретает духовную силу, то это несложно делать. 내가 아침마다 밤마다 매일 영적으로 힘을 얻고 있는데. Если я каждое утро и каждый вечер обретаю духовную силу. 그 사람 만나서 영적으로 힘을 주고 답을 준 게 뭐가 어렵겠어요? А что сложного в том, что я и другому человеку каждый раз даю духовную силу? 매일 만나면 시간도 20분, 길면 30분밖에 안 걸려요. Каждый день встречаться на протяжении 20, максимум 30 минут. 그러니까 자기가 영적으로 매일 힘 없는 시스템이 없는 사람은 이거 어려워요. Вот тому, у которого нет ежедневной духовной системы, это делать сложно. 그러나 본인이 매일 힘을 얻고 있는 사람은 20분씩 만나서 힘 주는 게 어렵지 않다니까요? А если у человека у самого есть такая духовная система, то ему несложно 20 минут встречаться с человеком и давать ему духовную силу. 뭐 이야기 좀 하다가 복음 적용시켜주고. То есть побеседовать, помочь применить Евангелие. 힘든 거, 뭐 문제 이야기하면 말씀 적용시켜주고. Если человек рассказывает о каких-то проблемах, вы помогаете ему в данной ситуации применить слово. Вы 같이 기도하고. И потом вы вместе молитесь. 그거 조금 했는데 이분이 살아나기 시작하니 얼마나 감사합니다. Я немного помог в этом, и человек начал оживать. Я был очень благодарен. 또 하나, 가족이라고 생각하면 어렵지 않습니다. И еще один момент, если вы воспринимаете этого человека как члена семьи, это несложно делать.
만약 그 사람이 내 형제고 우리 가족이고 내 자녀라면 어떻습니까? Вот если это кто-то из моих братьев или это мои дети, то это несложно. 그 영원 사랑의 마음이 있으면 어렵지 않아요. Когда есть любовь к душе человека, это несложно. 많은 사람보다도 한 사람이라도 우리가 바르게 제대로 살리는 축복이 시작되기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы у вас было такое благословение, чтобы вы не на многих сосредоточились, но хотя бы на одном и смогли его оживотворить. 기도하겠습니다. Я помолюсь. 하나님, 감사합니다. Ох, мы благодарим тебя. 그리스도 안에서 우리를 치유하시는 하나님, 감사합니다. Благодарим за то, что ты исцелил нас во Христе. 제 복음과 집중 24의 비밀로 무너진 사람을 살리고 치유하는 증인이 되게 하옵소서. Помоги, Господь, с помощью тайны Евангелия, концентрации 24 часов, мы могли оживлять тех людей, которые находятся в падении. 교회 안에, 교회 밖에 무너진 사람들을 살리는 참된 전도자들이 일어나게 하옵소서. Пусть поднимутся истинные благовестники, которые будут оживлять разрушенных людей внутри церкви и за ее пределами. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 이름으로 주와 예수 그리스도 모르세요. 아멘. 요한복음 14장 27절입니다. 아테나 14 глава 27 стих. 한번 읽어주시죠. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Аминь. 자, 여섯 번째 시간입니다. Шестая лекция. 미리 광고를 좀 드리겠습니다. Заранее объявление. 오늘 강의는 이제 러시아 시간이 몇인지 모르겠네. 한 1시간 10분 정도 연결해서 강의하고 이제 마칠 예정이고요. 아, я планирую ещё одну лекцию где-то час 10 и закончить. 원래 식사하고 강의가 좀 더 있는데 한국에 제가 수요 예배 인도를 해야 되기 때문에 오늘 강의는 이제 이 시간까지 하도록 하겠습니다. И я должен, по идее, читать лекции после обеда, но так как он это совпадает с богослужением, со средовым богослужением, поэтому я буду читать лекции только до обеда. 네, 시간표를 미리 보내드렸는데 전달이 잘 됐는지 모르겠어서 다시 광고를 드립니다. Я заранее предупредил и отправил расписание, просто я не знаю, сказали ли вам, поэтому я заранее еще раз повторяю. 오늘 여섯 번째 공황장애에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. Это паническое расстройство. 오늘 읽은 것처럼 하나님이 주시는 참 평안이 우리의 마음을 사로잡는다면 공황장애 치유될 수 있습니다. И как мы прочитали, если мир Божий находится в нас, тогда мы можем исцелиться от панического расстройства. 하나님이 주시는 참 평안이 우리의 마음을 지배할 때 공황장애 치유될 수 있습니다. Когда истинный Божий мир управляет нашим сердцем, тогда мы можем исцелиться от панического расстройства. 세상에서는 참 평안 줄 수 없죠. Мир не может дать истинный покой. 그래서 오직 하나님이 주시는 참 평안으로만 우리는 치유될 수 있습니다. Поэтому мы можем получить исцеление только через истинный Божий мир. 자, 공황장애에 대해서 먼저 일반적으로 좀 이해를 하고 지나가야 되겠습니다. Разберём сначала общее понимание панического расстройства и будем идти дальше. 공황장애는 다른 말로 불안장애라고도 합니다. Паническое расстройство по-другому называется беспокойство. 하나님이 우리 마음에 적당한 불안을 주셨거든요. Бог дал в наше сердце определенное беспокойство. 제 마음에 제발 모든
불안 좀 없애주세요. 그렇게 말하는데 모든 불안이 없어지면 큰일 납니다. И если вы будете говорить Бог, пусть в моем сердце вообще не будет ни капли беспокойства, но этого не произойдет, потому что беда случится. 어떤 위험한 일이 생길 때 불안을 느껴야 피할 수 있어요. Потому что когда какое-то опасное событие, мы должны чувствовать беспокойство, чтобы избежать его. 고장난 차가 나에게로 막 달려오는데 불안을 느껴야 피할 수 있다니까요. Когда, например, машина там, с неисправными тормозами едет в мою сторону, я должен чувствовать беспокойство, чтобы избежать столкновения. 떨어질 것 같으면 불안을 느껴야 피할 수 있어요. Или когда я чувствую, что могу упасть, я должен испытывать беспокойство или тревогу, чтобы принять меры. 그래서 불안은 필요한 거고 우리에게 도움이 되는 거예요. Поэтому беспокойство, оно нужно, и оно приносит нам помощь. 네, 불안 장애라는 말은 그 불안함이 비정상적으로 너무 많아지는 거라. А есть вот паническое расстройство, это когда вот этого беспокойства больше, чем должно быть. 불안한 상황이 아닌데 불안한 거. Например, когда здесь не надо беспокоиться, а ко мне приходит беспокойство. 예, 불안을 느끼는 그 부분이 고장이 난 거지. То есть и вот это мое чувство, отвечающее за беспокойство, вот в этом случилась поломка. 아까도 말씀드린 것처럼 이게 자기 마음대로 안 됩니다. Как я уже говорил, что человек не может это этим контролировать так, как он хочет. 예, 안 겪어본 사람은 잘 모르죠. Кто этого не испытывал, не понимает. 자기도 모르게 불안하고 막 너무나 겁이 나는 거죠. 예, когда человек непроизвольно испытывает страх и беспокойство. 어떤 증상들이 있는지 다섯 가지 정도를 제가 적어놨습니다. Какие есть симптомы этого расстройства? Я написал 5. 공황 장애가 오고 공황 발작이라고 하죠. 갑자기 불안이 확 밀려오는 겁니다. Это паническое расстройство или когда неожиданно к вам приходит беспокойство. 그러면 어떤 증상이 일어납니까? И что происходит? 심장이 굉장히 빠르고 강하게 뜁니다. Когда очень быстро бьется сердце. 그래서 막 심장이 막 쿵쾅쿵쾅쿵쾅 하면서 심장이 밖으로 나올 것 같아요. Оно очень быстро бьется, такое ощущение, что оно выйдет наружу. 두 번째, 또 숨이 막혀서 숨을 쉬지 못하고 숨이 막혀서 죽을 것 같은 느낌을 받아요. И второй симптом – это когда вот это связано с дыханием, что вы задыхаетесь. 세 번째, 가슴이 답답하고 체한 것처럼 소화도 안 돼. И третий симптом – это когда вы испытываете досаду в душе, вот как будто у вас несварение. 너무 심한 사람은 네 번째 공황 발작이 와서 기절도 합니다. И четвертый симптом это когда приходит это паническое расстройство, и человек может потерять сознание. 그런데 우리 누구나 심장이 뛰고 좀 답답하고 그럴 때 있잖아요. Но у всех у нас иногда может сильно биться сердце или же какая-то досада появится. 그렇다고 해서 바로 공황 장애가 되는 건 아닙니다. Но это не значит, что у нас паническое расстройство. 그런 상황이 아닌데 이런 증상들이 계속 반복적으로 일어나는 거죠. Паническое расстройство – это когда повторяются вот эти симптомы. 또 어떤 증상? Также какой есть симптом? 그 예기 불안이라고 돼 있는데 이거는 공황 발작이 일어났던 그 장소를 못 가는 거예요. И также есть вот такой симптом, когда человек не может
идти снова, вот, находиться на том месте, где у него случилось это паническое расстройство. 만약에 터널을 지나가다가 공황 발작이 오면 터널을 못 가요. Например, если человек проезжал через тоннель, и там у него случился вот этот панический приступ, то он уже в следующий раз не может находиться в этом тоннеле. 엘리베이터를 탔다가 공황 발작이 일어난 사람은 엘리베이터를 못 타요. Если человек в лифте испытал вот этот приступ, то он не может садиться в лифт. 지하철, 기차, 비행기 다 마찬가지. Да, также касается это поезда, или электрички, или же самолета. 또는 많은 사람 앞에 섰을 때 공황 발작을 경험한 사람은 이제 사람 앞에 못 섭니다. Или когда человек стоит перед большой аудиторией, и он испытывает, вот, столкнулся с этим приступом паническим, то в следующий раз уже не может встать перед людьми. 그래서 아주 엘리트 전문인 중에 공황장애로 일 그만둔 사람 많아요. Очень много среди специалистов, среди элитных людей, которые оставили свою работу из-за вот этого панического расстройства. 25살 정도 되는 여자 청년입니다. Одна девушка, ей было 25 лет. 어릴 때부터 교회는 다녔지만 복음 모르고 억지로 다녔대요. 억지로. Она с самого детства ходила в церковь, но не знала Евангелия, и ее принуждали и заставляли ходить в церковь. 대학교 가면서 교회도 안 가고. Когда она поступила в вуз, перестала ходить в церковь. 공부해가지고 이제 좋은 호텔에 직원으로 취직을 했나. Она отучилась и устроилась на работу в хороший отель. 교회 안 간 지는 한 5년 됐고. 5 лет, как она не ходила в церковь. 이 부산에 보면 100층 넘는 아주 고급 호텔이 있는데 거기 취직했으니까 좋은 직장에 간 거죠. Это было в городе Пусан, в Корее. И в Пусане много таких 100-этажных отелей. И это очень считается престижные отели. 근데 좋은 호텔에 취직하면 뭐합니까? 우울증이 오고 조울증이 오기 시작했고. Но какая польза от того, что ты устроился на работу и работаешь в хорошем отеле? К ней пришла проблема. Это депрессия и биполярное расстройство. 그리고 일하다가 공황 발작이 일어나서 그 자리에서 주저앉아버림. И она работала, и к ней вот, у нее появился вот этот панический приступ. 그러니까 이제 더 이상 이제 일을 할 수가 없으니까 일단 직장을 쉬게 된 겁니다. 나 не смогла работать дальше и взяла отпуск. 이제 이 친구가 어떻게 제 메시지를 듣고 저한테 연락이 왔어. Она не знаю как, но она услышала мое послание и позвонила мне. 복음을 설명했는데 복음을 알아듣고 정말 예수님을 생명으로 영접하기 시작했습니다. Я объяснил ей Евангелие, она услышала Евангелие и приняла Иисуса как жизнь. 니도 모르게 불안하고 니도 모르게 두렵지. 막 그렇다는 거야. Я стал ей говорить, ты вот сама не понимаешь, почему у тебя есть беспокойство и почему у тебя есть страх. Она говорит, да. 그게 네 마음에 불안할 수밖에 없는 영적 상태가 만들어져 있는 거야. Я стал объяснять, что в тебе сформировалось духовное состояние, из-за которого ты не можешь уже не переживать. 니도 모르게 평안하고 니도 모르게 흔들리지 않는 영적 상태가 만들어져야 돼. Необходимо, чтобы у тебя, вне зависимости от твоего состояния, было вот это непоколебимое духовное состояние. 빨리 고쳐지고 안 고쳐지고 중요하지 않다. 복음 집중 시작하자. То есть важно не то, что сейчас быстро эта проблема решится или не решится. Нужно в данный момент сосредоточиться на Евангелии. 정확한 복음을 들으면서 네 인생을 새롭게 편집하는 거다. Надо услышать точное Евангелие и редактировать свою жизнь. 안에 복음 아닌 생각, 복음 아닌 마음 다 버리는 거다. И оставить вот эти мысли, сердце, не евангельские мысли, не евангельское сердце. 하나님의 복음과 하나님의 은혜로 네 마음 생각을 가득 채우는 거다. Наполнить Божьим Евангелием свое сердце и свои мысли. 복음으로 네 인생의 과거, 현재, 미래를 재해석하는 거다.
и интерпретировать твое прошлое, настоящее и будущее через Евангелие. 이 친구가 복음을 듣기 시작하는데 얼마나 행복해하고 눈물로 복음을 받을 때도 있어요. Она начала слышать это Евангелие, была очень счастлива и часто со слезами принимала Евангелие. 그리고는 이 친구하고도 이제 매일 아침에 줌으로 이제 예배를 드리기 시작했고. И потом каждое утро через Zoom я начал проводить с ней богослужение. 네, 오늘도 했고요. 제가 매일 지금도 아침에 만나는 팀들이 있습니다. И сегодня я проводил богослужение. Есть люди, с которыми я каждое утро и каждый день провожу богослужение. 이 친구는 지금 다 회복이 돼서 다시 직장에 복직을 했거든요. Она восстановилась и снова устроилась на работу. 지금은 혼자 예배하고 새벽 기도하고 이제 기도하는 삶을 살아가고 있습니다. Сейчас она самостоятельно проводит богослужение, участвует на утренней молитве и молится. 자, 그래서 공황장애 가진 사람이 생각보다 많아요. И людей, у которых есть паническое расстройство, больше, чем мы себе это представляем. 자, 강의 안에 보면, 그러면 세상에서는 원인이 무엇이며 치료는 어떻게 합니까? Второй большой пункт. Как мир объясняет причину этого расстройства и метод лечения? 그 아마 정신과 쪽에는 아마 현재는 미국 그 병원 쪽에서 제일 많은 어떤 그 정보들을 가지고 있는 것 같습니다. Мне кажется, Америка больше всего имеет информации относительно вот этого расстройства. 네, 미국 그 정신병 학회에서 밝힌 내용이에요. И это то, что исследовали в американских вузах. 아, 이제 공황장애뿐만 아니고 우울증, 조울증도 마찬가지죠. И также исследовали и депрессию, и паническое расстройство, и биполярное расстройство. 그들이 말하는 원인 세 가지. Они объясняют три причины. 첫 번째는 유전적 취약성. 이거는 태어날 때부터 마음이 약하다는 거예요. 정신이 약하다는 거지. Первая причина – это наследственная слабость. То есть с самого рождения человек был душевно слабый. 거기다가 두 번째, 밖에서 이런저런 스트레스가 많이 왔다는 거. И вторая причина – это когда был внешний стресс, много внешнего стресса. 세 번째, 그것을 이겨낼 수 있는 힘이, 대처할 수 있는 능력이 내 안에 약한 거예요. И третье, когда не доставало силы в человеке, чтобы что-то принять какие-то меры, когда приходят эти атаки. 이 세 가지가 의사들이 말하는 원인입니다. Врачи объясняют вот такие три причины. 자, 그러나 영적으로 보면 이것도 굉장히 중요한 말이 돼요. Если посмотреть с духовной точки зрения, то тоже это важные слова. 유전적 취약성, 태어날 때부터 정신이 약하다는 것은 무슨 뜻이죠? То есть наследственная такая слабость, с самого рождения человек морально неустойчивый. 이게 다른 말로 하면 영적 문제라는 이야기입니다. Иными словами, это духовная проблема. 자기 마음대로 안 되는 영적 문제예요. Это духовная проблема, то, что человек не может делать по своему желанию. 창세기 3장에서 시작된 영적 문제가 가문을 통해, 부모님을 통해 나에게까지 온 거 아닙니까? Духовная проблема началась с Бытия 3 главы, перешла ко мне в мой род, в мою семью, а потом передалась мне. 그래서 우울증이나 정신적으로 힘들어하는 사람의 자녀들이 비슷하게 이렇게 힘들어하는 경우가 많아요. Очень часто бывает, что если родители испытывают депрессию или психические заболевания, то и дети также потом сталкиваются с такими болезнями. 근데 이제 의사들은 영적 문제, 근본 문제 이런 걸 잘 모르니까요. Врачи, конечно, не знают о коренной проблеме, о духовной проблеме. 자, 거기다가
이런 저런 많은 문제와 사건들이 스트레스로 다가오는 거죠. И потом различные события и проблемы приходят к человеку в виде стресса. 그래서 나는 뭐 우리 부모님 때문에 내가 우울증이 왔다. И кто-то говорит, вот ко мне депрессия пришла из-за моих родителей. 나는 뭐 몸이 아파서 우울증이 왔다. И я болел, и из-за болезни пришла депрессия. 나는 너무 환경이 안 좋아서 우울증이 왔다. Я находился в очень плохой обстановке, поэтому пришла депрессия. 한번 생각해 볼 만한 부분이 있어요. Я думаю, что об этом нужно подумать. 이것 때문에 내가 우울증이 오고 공황장애가 왔다라고 말하잖아요. Ведь люди говорят, вот по этой причине ко мне пришла депрессия или паническое расстройство. 그런데 나하고 똑같은 문제를 만났는데 공황장애 안 걸린 사람 많아요. Но много людей, которые сталкиваются с такими же проблемами, как и я, но у них нет панического расстройства. 나하고 똑같은 상황, 똑같은 환경이 있는데 우울증 안 온 사람 많다니까. Они точно в таких же обстоятельствах, как и я, находятся, но у них нет депрессии и панического расстройства. 나보다 더 상황이 안 좋고 더 큰 문제가 왔는데 잘 사는 사람 많아요. У кого-то больше проблем, чем у меня, но они живут лучше, чем я. 자, 그 말은 외부에서 오는 문제도 원인이 되지만 더 중요한 것은 내 안에 있는 내적인 힘이라고. Конечно, важно, что появляются различные внешние факторы, которые влияют, но намного важнее это моя внутренняя сила. 그 문제를 이겨내고 그 문제를 축복으로 바꿀 수 있는 힘이 없는 거지. То есть отсутствие как силы, чтобы поменять эти проблемы и превратить их в благословение. 그 힘 중에 힘은 하나님이 주시는 영적인 힘 아니겠어요? Ведь самая наивысшая сила – это сила от Бога, это духовная сила. 그래서 복음 집중 24를 통해서 날마다 영적인 힘을 얻으면 굉장한 치유들이 일어나는 겁니다. Поэтому если каждый день обретать духовную силу через Евангелие, концентрацию и 24 часа, то произойдет огромное исцеление. 자, 쉽게 한 번 더 설명을 해볼게요. Объясню проще. 돈이 많은 사람은 배고픔이라는 사건이 터지면 이렇게 마음이 설렙니다. Когда у человека много денег, и он испытывает голод. 그러나 돈이 없는 사람은 배고픔이라는 사건이 벌어지면 힘이 빠지고 서글프죠. То он чувствует какой-то небольшой трепет или неудобство, но когда у человека нет денег, и он испытывает голод, то это для него большая трудность. 똑같은 배고픔이라는 사건이 벌어졌습니다. Вот точно такая же проблема у обоих – это голод. 네, 돈이 없으니까 힘이 빠지고 슬프죠. Но если у человека нет денег, то он теряет силу и ему становится печально. 그러나 돈이 많은 사람은 그 배고픔을 잔치로 바꿀 수 있습니다. Но у кого есть деньги, тот может этот голод превратить в пир. 좋은 사람 불러서 맛있는 스테이크도 구워 먹고 막 축제를 벌일 수도 있잖아. То есть он может пригласить хороших людей, приготовить стейк и сделать фестиваль. Поэтому голод – это не проблема. То есть проблема в деньгах, потому что от денег зависит, будет ли пир устроен или нет. Тоже касается и духовного. 경제 문제, 건강 문제, 가정 문제. Финансовые проблемы, проблемы со здоровьем, семейные проблемы. 그 많은 문제가 사실은 문제 아닙니다. На самом деле эти все проблемы не являются проблемами. 그 모든 문제를 인생 작품으로 바꿀 수 있는 영적 힘이 없는 게 문제라고 말이죠. Проблема в отсутствии духовной силы
которая может эти проблемы превратить в жизненный шедевр. 그래서 앞 시간에 말씀드린 복음 집중 24를 통해서 저와 여러분이 날마다 하나님이 주시는 영적인 힘을 얻게 되기를 바랍니다. Поэтому, как я говорил на предыдущей лекции, через Евангелие, концентрацию и 24 часа нужно каждый день обретать духовную силу от Бога. 자, 의사들이 하는 이야기 중에 또 중요한 이야기가 하나 있어요. Также есть важное, что говорят врачи. 복음적으로 해석하면 굉장히 이분들을 이해하는 데 도움이 됩니다. И если мы будем интерпретировать слова врачей с помощью Евангелия, то это окажет огромную помощь для понимания вот таких больных людей. 자, 거기 강의 안에 있는 것처럼 어떤 우리에게 위험한 일들이 벌어지잖아요. Когда с нами случается какая-то опасность, 그럼 아까 말한 것처럼 적당하게 불안을 느끼면 오히려 도움이 돼요. И как я уже говорил, что если мы испытываем определенное беспокойство, это наоборот помогает нам. 그런데 이 불안이 비정상적으로 많아지는 게 공황이거든. А если мы испытываем чрезмерное беспокойство, то это уже паническое расстройство. 그때 막 심장이 막 빠르게 뛰고 막 숨이 막혀 죽을 것 같은 증상들이 일어난단 말이에요. И вот возникают вот такие симптомы, когда сильно быстро бьется сердце, и мы начинаем задыхаться. 자, 그런데 하나님이 우리 몸 안에 신기한 것들을 많이 만들어 놨어요. И Бог в нашем организме сделал очень много чего удивительного. 교감신경이라고 하는 것은 막 심장을 빠르게 하고 숨을 막 막히게 하는 우리 몸을 흥분시키는 신경이에요. И есть вот такие нервы, симпатический нерв, который делает так, чтобы наше сердце быстро стучало или чтобы оно медленно билось. 우리 몸이 흥분될 때 교감신경이 몸에 작동을 하는 거예요. Когда наше тело вот в таком возбужденном состоянии, тогда начинает работать вот этот симпатический нерв. 자, 그런데 하나님이 반대되는 부교감신경도 우리 안에 만들어놨어요. И также есть противоположное этому симпатическому нерву, это то, что Бог создал. 이것은 우리의 심장과 온 몸을 정상으로 안정시킬 때 움직이는 거예요. Это парасимпатический нерв, который доводит наше сердце в состояние до безопасного состояния. 말하자면 막 무서워하던 사람, 무서워하던 아이를 엄마 아빠가 안아주면 편안하게 잠들잖아요. Например, когда ребенок испытывает страх и он оказывается в объятиях своих родителей, то он испытывает покой и засыпает. 막 무서워하고 흥분할 때 교감신경이 작동하는 거고요. Когда человек испытывает страх или возбужденное такое состояние, начинает работу симпатический нерв. 이제 괜찮다는 마음이 들면 부교감신경이 작동을 하는 거예요. А когда человек уже думает, что все уже наладилось нормально, начинает работу парасимпатический нерв. 심장이 뛰던 것도 정상이 되고. И сердцебиение нормализуется. 숨이 막히고 가슴이 답답하던 것도 정상이 됩니다. И вот эта задышка и досада в душе, она уходит. 우리 몸 안에 이미 우리를 안정시키는 부교감 신경을 만들어 놨어요, 하나님이. Господь уже создал внутри нас парасимпатический нерв, который доводит наш организм до безопасного состояния. 그러면 이 부교감 신경이 언제 작동하는지를 알면 도움이 되겠죠. И нам поможет тот факт, если мы будем знать, когда начинает работу вот этот парасимпатический нерв. 부교감 신경은 언제 작동을 합니까? Когда он начинает работу? 거기 적어놓은 것처럼 안전하다는 믿음이 아니고 100% 안전하다는 믿음이 와야
부교감신경이 움직여. Я написал в материале, что когда есть вера, что на 100% безопасность, вот тогда начинает работу этот парасимпатический нерв. 괜찮은가? 끝났는가? 괜찮을 것 같아. 이 정도로는 안 움직여. Если же просто такое ощущение, а может закончилось это все, а может и нет, тогда он не начинает свою работу. 위험한 상황이 100% 끝났어. Когда на 100% уже опасность миновала. 100% 안전해. 100%-ная безопасность. 그 마음과 확신이 들 때 부교감신경이 작동을 합니다. Когда есть в сердце такая уверенность, начинает работать симпатический, парасимпатический нерв. 언제 그랬냐는 듯이 편안하게 잠들죠. И потом человек может засыпать с миром души. 의사가 직접 한 이야기입니다. Это то, что говорят сами врачи. 우리 몸 안에 있는 이 부교감 신경이 움직이면 그 어떤 우울증 약보다도 효과가 빠르고 강하대요. Когда начинает работу парасимпатический нерв, он приносит больше, намного больше результата, чем любые лекарства против депрессии или панического расстройства. 그 어떤 공황장애 약보다 빠르고 강하답니다. Они намного эффективнее и сильнее, чем любое лекарство от панического расстройства. 그 의사가 경험한 이야기를 해주더라고. И врач делился своим опытом. 공황장애 환자에게 약을 지어줬답니다. Человеку, у которого было паническое расстройство, дали лекарство. 근데 그 남자가 전화가 왔대요. Позвонил мужчина. 지금 다른 지방으로 회사 출장을 왔다는. 네. 잘 들리세요? 네, 다시 말씀해 주세요. 아, 잠시만요. 네, 죄송합니다. 잘 들리세요? 네. 네네네. 자, 그래서 이 그 공황장애 환자가 다른 지방으로 회사 출장을 간 거예요. И человек, у которого было паническое расстройство, отправился с командировкой в другую местность. 근데 공황장애 약을 안 가지고 왔다는 거. И поехал в командировку и не взял с собой лекарства от панического расстройства. 그래서 지금 막 불안해가지고 공황증이 올라오는데 어떻게 하면 좋겠냐고 전화가 온 거예요. И вот он звонит врачу и говорит, вот что вот сейчас случится этот приступ панического расстройства, что делать? 어제 언제 약을 먹었냐고 물어보니까 어제 밤 11시에 먹었다. И врач спрашивает, когда вы пили лекарство последний раз, и этот человек говорит, что вчера в 11 ночи. 오늘 언제 다시 집으로 가냐고 하니까 오늘 밤 늦게 올라간다는. И врач спрашивает, когда сегодня вы планируете вернуться домой? Он говорит, что поздней ночью. 그러면 밤에 약을 먹으면 효과가 30시간 가니까 오늘 밤에 집에 가서 먹으면 된다.
И врач ему стал объяснять, что лекарства работают и действуют в течение 30 часов, поэтому вы можете спокойно вернуться домой и выпить это лекарство дома. 그리고는 전화를 끊었대요. Потом он бросил трубку. 그 다음 날 전화가 왔답니다. На следующий день опять поступил телефонный звонок. 어제 어떻게 됐냐고 물어봤대요. И доктор поинтересовался, что с ним случилось вчера. 아, 전화하기 전에는 불안해가지고 막 공황증이 막 올라왔는데 의사 선생님하고 통화하고는 공황증이 확 내려갔다는 거예요. И этот человек говорит, что до разговора с вами, доктор, у меня вот был вот этот приступ, и чуть ли не случился этот приступ, а после разговора с вами все успокоилось. 의사가 하는 말이, 내가 뭐 전화로 약을 보내줬어, 뭘 보내줬어? А врач говорит, ну что, я вам через телефонный звонок лекарство как-то отослал, или что я сделал? 전화 통화하고 괜찮다는 말을 듣고는 공황증이 스스로 내려가 버린 거예요. Человек позвонил врачу, и когда он услышал, что ничего с ним не случится, то это паническое расстройство, оно оставило человека. 괜찮다는 믿음이 생기니까 내려간 거. 부교감 신경이 움직인 거지. Когда у него появилась вера, что все будет хорошо, начал работу вот этот парасимпатический нерв. 자, 또 어떤 아주머니가 병원에 그 약을 처방받고는 다시 왔대요. И еще одна женщина, она получила лекарство в больнице и пришла снова. 의사 선생님, 이 약 진짜 좋대. И говорит, вот мне сказали, что вот это лекарство очень хорошее. 아, 약이 너무 좋대. Очень хорошее лекарство. 얼마 전에 공황 발작이 막 심장이 뛰고 막 공황 발작이 왔는데 약을 먹자마자 내려가네. 약 좋다. И вот у нее было очень сильное паническое расстройство, и в тот момент, когда она приняла это лекарство, сразу же симптомы ушли. 근데 의사가 하는 말이 약을 먹자마자 내려갈 수가 없대요. А врач ей объясняет, что не может быть такого, чтобы действие лекарства сразу же произошло после того, как вы приняли лекарство. 이 약이 배속에 들어가서 온몸에 전달되려면 아무리 빨라도 20분이 걸린대. Для того, чтобы лекарство освоилось в организме, даже если это случится очень быстро, то требуется хотя бы 20 минут. 그런데 왜 약을 먹자마자 내려간 거죠? Но почему же, как только она приняла это лекарство, сразу же ей стало легче? 이제 약을 먹었으니까 나는 안전해. 라는 믿음이 들어가. Потому что у нее появилась вера. Я уже приняла лекарство, поэтому я в безопасности. И вот тогда начал работу вот этот парасимпатический нерв. И врач говорит, 예, 그런 믿음은 순간순간 어쩌다가 한 번씩 오는 거지 100% 안전하다는 믿음이 쉽지 않다는 что вот такая вера появляется мгновенно и неожиданно, но не бывает так, чтобы постоянно была вот такая вера в безопасности. 나 그 설명 들으면서 그렇지, 세상에서는 불가능하지. Я, услышав это объяснение, сказал, да, это так, в мире такой безопасности нет, потому что это невозможно. 그때 팍 떠오르는 성경 구절이 오늘 요한복음 14장 27절. И вот тогда сразу же ко мне пришел на мысль вот этот стих, который мы прочитали от Иоанна 14 глава, 27. 세상이 알 수 없고 세상이 줄 수 없는 하나님이 주시는 참 평안. Истинный мир, который не знает этот мир и который мир не может дать. 이 하나님의 참 평안이 내 마음에 가득해지면 되는 거다. И когда этот Божий мир наполняет мое сердце, тогда все получается. 이 하나님의 참 평안이 내 마음을 지배하는 날 끝나는 거다. Когда Божий мир начнет управлять моим сердцем, все закончится. 그래서 병원에서는 뭐 인지 행동 치료도 하고 생각을 바꾸는 치료죠. 그리고 약물 치료도 합니다. Поэтому в больницах практикуют вот такую терапию вот с помощью и лечение с помощью лекарств и чтобы
и изменение поведения человека. 그러나 우리는 3번에 있는 것처럼 영적 상태를 바꾸는 근본적인 치유를 합니다. Но мы занимаемся коренным исцелением и меняем духовное состояние. 앞 시간에 말씀드린 복음 집중 24죠. Как я уже говорил, что это Евангелие, это концентрация и 24 часа. 자, 그러면서 100% 안전하다는 믿음은 어디서 올 수 있습니까? Откуда может появиться вера в 100% безопасность? 거기 있는 것처럼 성삼위 하나님이 나와 함께 하신다는 사실이 믿어질 때. Когда есть вера, что триединый Бог пребывает вместе со мной. 창조주 하나님이 나의 하나님이라는 사실이 믿어질 때. Когда я верю, что Бог Творец — это мой Бог. 그리스도 예수님이 나의 그리스도라는 게 믿어질 때. Когда я верю, что Христос Иисус — это мой Иисус. 보혜사 성령님이 내 속에 영원히 나와 함께 하신다는 사실이 믿어질 때. Когда я верю, что Утешитель Дух Святой вечно пребудет со мною. 그 하나님이 나와 함께 하시고 우리와 함께 하신다는 사실이 믿어질 때. Когда я верю, что этот Бог пребывает вместе со мной и вместе с нами. 로마서 8장 28절 모든 것을 합력하여 선을 이루시기 때문에 우리 실수까지도 축복으로 바꾸신다는 게 믿어질 때. Римна 8:28 действует ко благу, когда мы верим, что даже наши ошибки становятся благословением. 이제 내가 하나님의 자녀라는 신분이 믿어질 때. Когда я верю в статус, что я дитя Бога. 모든 흑암 세력을 이기는 예수 이름의 권세가 내게 와 있다는 그 사실이 믿어질 때. Когда я верю, что есть власть Иисуса, чтобы победить все силы тьмы. 보좌의 축복이 나의 것이요 시공간 초월이 나의 것이요. Когда благословение престола, благословение, которое превыше времени и пространства, принадлежат мне. 237 나라에 빛을 비출 수 있는 그 보좌의 축복이 나의 것이라는 것이 믿어질 때. Когда я верю, что благословение престола, с помощью которого я могу светить в 230 странах, мое, тогда. 이제 복음 누리고 복음 전하다가 하나님이 부르시는 날 가는 겁니다. 우리의 사명. И наше предназначение наслаждаться Евангелием, проповедовать Евангелие, а когда Бог призовет, пойти к Нему. 우리는 죽음을 두려워하지 않는 것은 죽음은 하나님 나라로 이사 가는 거요. 하나님의 품에 안기는 시간입니다. Мы не боимся смерти, потому что в момент смерти мы окажемся в Божьих объятиях и мы переселимся в Царство Небесное. 영원한 나라, 영원한 처소, 영원한 상급이 기다리고 있습니다. Царство, вечный удел и вечная награда. 저는 아무리 생각해도 더 이상 받을 게 없어요. Сколько бы я ни пытался представить, я прихожу к заключению, что нечего больше нам получать. 아무리 생각해도 뭘 내놓으라고 달라고 할 게 없어요. То есть как ни крути, мы не можем сказать «дай еще что-нибудь», потому что больше нечего дать, так как все уже было дано. 성삼위 하나님이 우리의 하나님이요, 지금도 우리와 함께 계십니다. Триединый Бог, наш Бог, и сейчас пребывает с нами. 하나님이 주신 신분, 권세, 보좌의 배경이 우리에게 와 있습니다. Божье положение, власть, покровительство престола находятся с нами. 이제 하나님이 허락하신 시간까지 사명 감당하다가 하나님이 부르시면 가는 겁니다. И теперь в это время, которое определил для нас Бог, мы несем предназначение, и когда Бог позовет, мы пойдем к Нему. 아이고, 내가 빨리 죽으면 우리 가족들은, 내 자녀들은 어쩝니까? А вы можете подумать, а если я рано умру, то что будет с моей семьей и детьми? 뭐, 여러분, 살아있으면 잘 키울 자신 있으세요? А у вас есть уверенность, что если вы будете живы, вы сможете их хорошо воспитать? 우리 가족, 우리 자녀, 하나님이 키워야 가장 잘 키웁니다. Мою семью, моих детей должен Бог воспитывать, и это будет самый лучший метод. 저희 집에 10살짜리 그 남자 아들이 있어요. У меня есть сын, ему 10 лет. 주일날 교회에서 예배드리고 점심밥을 먹은 거예요.
воскресный день мы проводили богослужение, и потом был обед. 네, 저는 이제 다른 지방에 전도 훈련을 하러 갔었고 없었지. Я поехал в другую местность и для того, чтобы обучать проповедованию. 근데 이 아이가 혼자 컵라면, 컵라면에 뜨거운 물을 부어가지고 먹을 거라고 딱 가지고 왔어. Мой ребенок, он обедал, он ел лапшу быстрого приготовления, он залил ее кипятком. 근데 그 뜨거운 물을 자기 허벅지에 쏟아버린 거야. И разлил на себя вот этот кипяток. 그래서 저녁에 와 보니까 허벅지가 화상을 입어가지고 껍질이 다 익었더라. И разлил вот себе на бедро, и когда вечером я приехал, я видел, что у него там ожог. 그거 보니까 얼마나 화가 나고 짜증이 나는지. Очень зол и очень раздражен. 근데 가만히 생각하면서 기도해봤어. Потом я подумал и стал молиться. 그럼 네가 그날 거기 있었으면 네가 그거 막아줄 수 있었나? И задал сам себе вопрос, если бы я в тот день находился рядом с ним, смог ли бы я это предвидеть и остановить? Я не могу. Видите? Я у ли адр хобокчие содажинен рамен кунгур ана макл су иннен нынгёги опнен сарам. Человек, который не имеет силы даже предугадать и остановить вот это действие, чтобы мой сын не разлил на себя кипяток. 우리 사랑하는 자녀들 하나님께 맡기기를 바라. Поэтому своих возлюбленных детей отдайте в руки Бога. 우리 가족, 내 남은 인생 완전히 하나님께 맡기기를 바라. Поэтому свою семью, оставшуюся свою жизнь отдайте в руки Бога. 마음껏 복음 누리고 마음껏 복음 전하다가 가는 겁니다. Наслаждайтесь Евангелием, проповедуйте Евангелие, и потом идите к Богу. 복음 지속을 제자 세워놓고 가는 겁니다. Поставьте учеников постоянных в Евангелии и идите. 복음 운동할 수 있는 시스템 세워놓고 가는 겁니다. Систему для постоянного движения Евангелия. 저와 여러분이 정말 복음 전할 사람이 맞다면 하나님은 모자의 능력으로 역사하실 겁니다. Если мы действительно благовестники, то Бог будет действовать силой престола. 저와 여러분이 정말 복음 전할 사람이 맞다면 하나님은 시공간 초월의 능력으로 역사하실 겁니다. Если мы действительно благовестники, то Бог будет действовать силой, которая превыше времени и пространства. 저와 여러분이 정말 복음 전할 사람이 맞다면 100년의 응답, 1000년의 응답을 하나님이 몰아오실 겁니다. Если мы действительно проповедующий Евангелие, то Бог даст ответ на 1000 лет, на 100 лет вперед. 복음 전할 사람 아니라면 이제 상관없는 거예요. Но если мы не проповедующие Евангелие, то это все не имеет значения. 사도행전 27장 24절을 아시죠? Вы знаете, Деяния 27 глава, 24 стих. 바울아 두려워하지 마라, 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. 바울이 복음 전할 사람이 확실했기 때문에 하나님은 두려워하지 말라고 말씀하셨어. Так как Павел, несомненно, был благовестником, поэтому Бог ему говорит: не бойся. 그 전날 밤에 기도할 때 하나님의 사자를 보내사 말씀을 주셨어. Когда он в ту ночь молился, Бог послал ангела и дал слово. 그 말은 바울이 보좌의 축복을 누리고 있는 사람이었던 겁니다. Это означает, что Павел наслаждался благословением престола. 보좌의 축복을 누리는 지도자 한 사람이 일어나니까 하나님이 모든 문을 열었어요. Поднялся один человек, наслаждавшийся, который наслаждался силой престола, Бог открыл для него все двери. 24 보좌의 축복을 누리는 지도자 한 사람이 일어나니까 가는 곳마다 제자들이 연결된. Поднялся один человек, который наслаждался 24 часа благословения престола, и на каждом месте Бог присоединял к нему учеников. 그래서 저와 여러분이 정말 하나님의 참 평안을 누리는 전도자가 되기를 바랍니다.
Поэтому мы должны стать благовестниками, которые наслаждаются Божьим покоем. 우리는 오늘 죽어도 괜찮은 구원을 받았습니다. Мы получили такое спасение, что даже если мы умрем сегодня, ничего не случится с нами. 오늘 죽어도 후회 없는 완전한 구원을 받았습니다. Даже если мы умрем сегодня, у нас нет сожаления. 오늘 죽어도 영광스러운 최고의 축복을 이미 다 받았습니다. Даже если мы умрем сегодня, мы получили все благословения и спасение славы. 하나님이 주시는 참 평안을 누리는 전도자들이 되기를 바랍니다. Желаю вам быть благовестниками, которые наслаждаются истинным Божьим покоем. 네, 공황장애 에 이어서 현장 이야기들을 조금만 더 하고 마무리하겠습니다. Продолжим разбирать паническое расстройство. 지금 교회 밖에도 많지만 교회 안에도 공황장애로 힘들어하는 사람들이 있습니다. Расскажу несколько свидетельств и закончу. Есть люди, которые страдают этим паническим расстройством за пределами в церкви, и много тех, которые находятся внутри церкви. 자세히 살펴보고 우리가 교회 안에 있는 이런 분들을 우리가 바르게 제대로 도와야 되겠습니다. Необходимо понаблюдать и правильно помочь людям, которые находятся внутри церкви. 이분은 저희 교회 분이에요. Человек, о котором я буду говорить, это человек, который ходит в церковь. 제가 한 지역을 이제 새롭게 맡게 됐는데요. Я начал служение, мне верили служение в новой местности. 주일 예배를 드리고 나오는데 권사님 한 분이 제 팔을 잡고 뭐라고 이야기를 하는 거예요. После окончания воскресного богослужения одна старшая диакониса взяла меня за руку и начала что-то говорить. Это старшая диакониса, которая более 10 лет ходила в нашу церковь. И она держала меня за руку и о чем-то говорила. Но да짜고짜 자기를 살려달라는 거예요. И потом я понял, что она просит, чтобы я ее спас. 이제는 장난치는 줄 알고 얼굴을 봤는데 장난이 아니에요. Я думал, что она просто шутит. Я посмотрел на выражение лица, и я понял, что она не шутит. 뭐, 권사님 무슨 일이냐고 하니까 목사님, 저 아무 일도 없는데 저 죽을 것 같아요. Я спрашиваю, что-то случилось? Она говорит, пастор, нет, но мне кажется, что я вот-вот умру. 지금 2주일째 밥도 제대로 못 먹고 잠도 제대로 못 자고 있다. Она говорит, 2 недели она не имеет аппетита и страдает бессонницей. 자기가 공황장애가 있는데 지금 너무 심해서 죽을 것 같다는 거. У нее есть паническое расстройство, и сейчас очень все серьезно с этим, и кажется, что вот-вот умрет. 그래서 제가 그 다음 날 찾아가서 만났어요. На следующий день я пошел к ней и встретился с ней. 병원에서 검사 받고 있더라고요. Она проходила лечение в больнице. 그러니까 2주일 동안 고쳐보려고 검사도 많이 하고 약도 먹고 몸부림을 많이 쳤어요. И на протяжении двух недель для того, чтобы излечиться от этой болезни, она принимала различные лекарства, проходила много обследований. 몸 안에도 검사하고 막 사진도 찍어보고 했는데 원인이 없어. Она исследовала весь свой организм, делала различные снимки, но не могли найти причину. 근데 막 숨이 막히고 가슴이 답답하고 소화도 안 되는 거예요. Но она задыхалась, на душе была какая-то досада и были проблемы с пищеварением. 저희도 불면증까지 있다. И к тому же еще была бессонница. 네, 들어보니까 이미 어머님이 15년째 우울증약과 불면증약을 먹고 있어요. И потом я узнал, что ее мама 15 лет уже пьет лекарства от депрессии и от бессонницы. 가문에서부터 내려오는 이런 영적인 원인들이 있는 거죠. Вот есть такие
духовные причины, которые передались от из рода в род. 그리고 들어보니까 스무 살 조금 넘어서 일찍 결혼을 했어요. Потом я узнал ее о ее жизни. Она вышла замуж, когда ей было чуть больше 20 лет. 근데 딸 하나를 낳고 얼마 안 돼서 남편이 암으로 갑자기 죽은 겁니다. Она родила одну дочь, потом через некоторое время умирает ее муж, и у него выявили раковую опухоль. 그래서 혼자 살아야 되니까 미용 기술을 배워가지고 미용실을 하고 있어요. И для того, чтобы как-то прокормить себя, она освоила парикмахерское искусство, ремесло стилиста и начала заниматься этим делом. 또 좋은 남자분을 새로 만나서 새로 결혼도 하고 잘 살고 있어요. Она встретила другого мужа, вышла замуж и жила хорошо. 자기는 잊었다고 생각하지만 가문에서 내려오는 영적 문제와 남편이 죽었던 상처가 남아 있는 거죠. Она считала, что все это то, что было в прошлом, она уже забыла, но все-таки вот эта духовная проблема, которая была в ее роду, и эта рана, которую она получила из-за смерти мужа, осталась в ней. 마음이 공허하고 외로우니까 뭔가에 막 집착하게 되잖아요. И когда в душе была пустота и одиночество, стала появляться зацикленность. 이분은 고양이를 키우는데 고양이를 키울 수 있잖아요. 그런데 거기에 너무 집착을 하는 거예요. Она, ну, люди могут держать в доме кошек, но она была зациклена на кошке, на кошках. 개 두 마리에 고양이 한 여섯 마리 키워요. У нее в доме две собаки и шесть кошек. 그냥 동물을 예뻐하는 게 아니고 뭔가 거기에 집착을 하는 거지. Она не просто держала их у себя дома, но она была зациклена на них. 한국에는 길에 돌아다니는 주인 없이 돌아다니는 고양이도 많아요. А в Корее есть много бездомных бродячих кошек. 그 고양이들 식사를 다 책임지고 있어. Она кормит всех этих кошек. 식사 때 되면 먹을 걸 주니까 20, 30마리가 몰려요. Кошки уже привыкли, они знают, когда она приходит их кормить, и они собираются в одном месте по 20, по 30 кошек. 아픈 고양이들 돈 들여서 고쳐주고. Она лечит всех больных кошек. 아, 근데 그렇게 사랑으로 키운 고양이 한 마리가 밖에서 놀다가 차에 부딪혀서 죽어버려요. И вот одна из ее любимых кошек выбежала на улицу, и ее сбила машина. 미용실 문 닫고 3일 동안 울었다. Она закрыла свой салон красоты и рыдала 3 дня. 1년 뒤에 또 다른 고양이가 교통사고로 죽었어요. Через год опять кошка попала в ДТП и умерла. 안 그래도 영적으로 약한 데다가 남편 죽었지. Она духовно и так слабая. Умер ее муж. 고양이 두 마리나 죽었지. Она потеряла двух кошек. 어느 날 자기도 죽을지 모른다는 생각에 딱 잡힌 거예요. И однажды вот она просто была захвачена этой мыслью, что и она может когда-то умереть. 그때부터 불안이 비정상적으로 막 한 번씩 불안과 공황장애 온 거예요. И с того момента у нее начало появляться вот это чрезмерное беспокойство, а потом паническое расстройство. 막 심장이 뛰고 숨을 쉬기가 어렵다는 거예요. Началось сильно биться сердце, и тяжело стало дышать. 가슴이 답답하고, 소화도 안 되고, 몸도 아프고. Досада в душе, проблемы с пищеварением, плюс тело было в больном состоянии. 근데 병원에서 검사해보면 이상이 없어. И когда она проходила обследование в больнице, то не могли ничего обнаружить. 영적인 원인이 있고, 지금 마음에 굉장한 어떤 이제 불안이 가득 찬 거죠. Так как была духовная причина и на душе было много беспокойства. 저희 교회 10년 넘게 다닌 권사님이라니까요. Это диакониса, которая ходила в нашу церковь более 10 лет. 권사님, 그게 사실은
남편 죽고 고양이 죽고 그게 근본 문제가 아니다. Я стал объяснять диакон, то, что умер ваш муж, умерли ваши кошки, это не коренная проблема. 권사님 마음에 영적인 외로움이. А проблема в том, что в вашем сердце есть духовное одиночество. 영적인 공허함이 있는데 그거를 채울 길이 없어. Духовная пустота, и вы не можете сейчас ее восполнить. 그래서 하나님이 그리스도를 보내신 거 아니냐? И поэтому Бог послал Христа. 그래서 복음에 집중하라고 하는 거 아니냐? И поэтому надо сосредоточиться на Евангелии. 그래서 24의 축복을 누리라고 하는 거 아니냐? И поэтому надо наслаждаться благословением 24 часа. 지금까지는 메시지로만 들었던 것이 그 문제를 통해서 부딪히기 시작해요. И все то, что она слышала в послании, начало вот соприкасаться с ее проблемами. 자신의 창세기 3장과 영적 문제가 보이기 시작한 거지. Она начала видеть свою духовную проблему и бытие третью главу. 정말 자기 자신에게 그리스도가 필요하다는 게 보이기 시작한 거. И она увидела, что действительно ей нужен Христос. 그리스도, 나의 그리스도. Христос – это мой Христос. 그리스도, 내 인생의 모든 문제 해결자. Христос – разрешитель всех моих проблем жизни. 이때부터 이분이 이제 복음에 집중하기 시작했어요. И с того момента она начала концентрироваться на Евангелии. 행복한 복음 집중. Счастливая концентрация в Евангелии. 복음이 완전히 새롭게 들리는 거예요. Она по-новому начала слышать Евангелие. 복음으로 영적인 힘을 얻고 인생의 많은 답을 찾아내는 거죠. Обрела духовную силу и нашла жизненный ответ. 예배가 살아나고 예배가 회복되기 시작했습니다. Богослужение начало оживать и восстанавливаться. 제가 하는 새벽 기도에 날마다 참여하면서 새벽부터 그리스도로 끝내고 영적으로 힘을 얻기 시작하는 거. Она каждый день участвовала в утренней молитве, которую я вел и обретала духовную силу. 그리고 낮에 미용실에 손님 없을 때 또 찬양 듣고 말씀 듣고 기도하기 시작하는 거. А днем, когда не было посетителей в ее салоне красоты, она включала прославление, она молилась и слушала слово. 밤 시간 중요하지요. 잠자기 전에 또 영적으로 힘 얻고 말씀 듣고 자는 거예요. Вечернее время также важно. Перед сном нужно опять обрести духовную силу, помолиться и засыпать. 그래서 복음 집중 24 속으로 들어가기 시작해요. То есть она начала входить в Евангелие, концентрация и 24 часа. 당연히 1주, 2주, 한 달 지났는데 점점 살아나는 거. Прошла неделя, вторая неделя, месяц, и она понемногу начала оживать. 건강도 회복되고 영적으로 살아나는 거. Восстановилось ее здоровье, и она ожила духовно. 그러면서 이분이 사명이 회복되니까 하나님 이 미용실에 복음 운동 일어나게 해 달라고 기도하기 시작. И она восстановила свое предназначение, начала молиться, чтобы в этом ее салоне красоты началось движение Евангелия. 맨날 고양이만 몰려오면 되겠습니까? 갈급한 영혼, 예비된 제자들이 몰려오도록. Нельзя, чтобы только кошки сбегались, но чтобы и приходили приготовленные люди и жаждущие люди. 네, 신기하지요. 이분이 영적으로 힘을 얻으니까 하나님이 미용실에 구원받을 사람을 계속 보내주시는 거예요. И удивительно, что когда она обрела духовную силу, Бог начал посылать в ее салон красоты людей, жаждущих людей. 이 치유 대상자들이 집중하고 나면요, 완전히 사명자로 바뀝니다. Когда люди, нуждающиеся в исцелении, концентрируются, то они потом становятся предназначенными людьми. 하나님이 갈급한 사람을 계속 보내주시는 거예요. И Бог стал постоянно посылать жаждущих людей. 얼마 전에 머리를 하고 간 여자분이 다시 찾아왔어요. И к ней пришла женщина, одна женщина, она воспользовалась услугой ее и через некоторое время вернулась к ней обратно. 왜 왔냐고 하니까 하고 싶은 이야기가 있어서 왔대요.
И когда диакониса спросила, по какой причине та пришла, она сказала, что хочет ей кое-что сказать. И она начала рассказывать о своем сыне. 아들이 군대도 갔다 왔고 몸도 건강하대요. Что сын, он отслужил в армии и он физически здоров. 그런데 한 3개월 전부터 정신 문제가 오기 시작하고 귀신이 보인다고 말합니다. Но 3 месяца назад ему к нему пришла психическая проблема и он начал видеть бесов. 직장도 못 가고 방 안에 문고를 잠그고 계속 방 안에만 있다는 거예요. И он не мог устроиться на работе, на работу. Он закрывался у себя в комнате и находился только там. 계속 혼자 말하고 막 중얼중얼하면서 계속 글씨 쓰고 글이 있는 거예요. Он остается там один, что-то там шепчет, бормочет и постоянно что-то пишет. 귀신 보인다고 하니까 정상이 아니고 이상하잖아요. Ведь он говорит, что он видит бесов, это ненормально, это странно. 그래서 정신병원에 3개월간 입원시켰는데 약에 취해서 더 심해졌대. Он 3 месяца пролежал в психбольнице, ему давали различные лекарства, от которых ему стало еще хуже. 그래서 무당을 불러서 구슬 두 번이나 했대. И потом приглашали шамана, этот шаман дважды проводил свои обряды. 병원 가도 안 되고 구슬해도 안 된다는 거야. Обращали за помощью в больницу, не получилось. Делали шаманские обряды, не получилось. 아들이 정신 문제 왔으니까 어디 가서 말하기도 쉽지 않잖아요. К сыну пришла психическая проблема, и ей не с кем было поделиться. 근데 나도 모르겠는데 이상하게 당신한테 말하고 싶다. И эта женщина призналась и сказала: странно, но мне хочется поделиться об этом с вами. 하나님이 갈급한 사람을 보내시는 거죠. То есть Бог послал жаждущего человека. 그래, 이분이 예수님 구주로 영접했습니다. И она приняла Иисуса как спасителя. 그 다음 날 그 아들을 만났어요. На следующий день произошла встреча с ее сыном. 아들도 예수님 영접하고 동생도 예수님 영접했어요. Сын принял Иисуса и его младший брат принял Иисуса. 앞 시간에 조울증할 때 말했던 그분하고 이 청년하고 매일 같이 집중하기 시작하는 거예요. Как я рассказывал вам на предыдущей лекции о человеке, у которого было биполярное расстройство, вот с этим бывшим военным и с тем я встречался каждый день и проводил с ними изучение слова. 권사님 집에 모여서 매일 예배하고 말씀 듣고 기도하기 시작하는 거예요. Мы собирались в доме диакона и каждый день проводили богослужение и молились. 복음에 대한 하나님의 말씀 찾아보고 읽어보고 적어보고 искали места из Писания относительно Евангелия, потом читали их и писали. 그 말씀 가지고 포럼도 하고 암송도 하고 потом проводили форум по этому слову и заучивали наизусть. 네, 같이 맛있게 밥 만들어 먹으면서 또 포럼하고 готовили вкусные блюда, потом опять проводили форум. 같이 나가서 운동장을 걸으면서 운동도 같이 하고 вместе выходили на спортивную площадку и делали зарядку. 하루에 두 번, 세 번씩 같은 동네 사니까 계속 만난 거예요. По 2-3 раза в день, так как мы жили в одном районе. 복음 집중 24로 들어간 거죠. То есть вошли в Евангелие, концентрация 24 часа. 그 친구 지금 회복이 되어서 1년이 지났는데 회복이 되어서 직장도 다니고 정상적인 생활을 하고 있어요. Прошел уже год, и этот человек восстановился. Он ведет нормальный образ жизни и устроился на работу. 그 아들 치유되는 거 보고 그 아버지도 1년 만에 예수 믿고 돌아왔어요. Отец, глядя на то, как сын его получил исцеление, через год тоже уверовал в Иисуса. 자, 미용실에 며칠 있다가 또 하나님이 갈급한 사람을 보내주십니다. Через несколько дней опять Бог посылает в этот салон красоты жаждущего человека. 그 사람이 아까 그 조울증으로 알코올 중독으로 힘들어하는 그 사람도 그 미용실에서 복음을 받은 거예요.
И вот человек, о котором я вам рассказывал, у которого было биполярное расстройство, потом стал алкоголиком, он тоже покаялся там, в этом салоне красоты. Прошло некоторое время, и опять один мужчина пришел в салон красоты. 이분은 멀리 가는 배 원양어선을 약 26년 정도 그 타신 분이에요. Этот человек был моряком и 26 лет он проработал в этой сфере. 근데 첫 번째 부인하고 이혼하고 두 번째 결혼했어. Он развелся с первой женой и у него был второй брак. 근데 배를 타면 그 월급 많이 줍니다. И когда он отправлялся в плавании, то давали большую зарплату. 그 두꺼운 월급 봉투 갖다 주고 한 3개월씩 배를 타러 나가니까 최고의 남편이지. Он оставлял жене толстый конверт с деньгами, а потом на 3 месяца отправлялся в плавание. Это самый лучший муж. 돈 많이 갖다 주고 집에 잘 안 들어오니까 불신자들 볼 때는 최고의 남편이라. То есть, на взгляд неверующих людей, тот, который дает много денег и редко бывает дома, это самый лучший муж. 근데 26년 만에 이분이 우울증이 와서 제 배 회사에서 잘리게 된 겁니다. Но через 26 лет к нему пришла депрессия и его уволили. 그러니까 이제 월급 봉투도 안 주고 우울증 걸려가지고 집에 누워 있잖아요. Он уже не приносит конверты с большой зарплатой, он лежит дома, у него депрессия. 네, 새로 결혼한 두 번째 여자 참 못했지. И вот эта вторая уже жена очень нехорошая. 남편 몰래 아파트하고 모든 재산을 자기 명의로 다 바꾼 거예요. Она втайне от своего мужа переписала квартиру и все имущество на свое имя. 그리고는 거짓말을 많이 써가지고 법원에다가 이혼 소송을 했고. Потом она, используя различные ложь, подала на развод. 지금까지 자기가 준 월급 가지고 살아놓고 우울증 왔다고 이혼 소송을 한 거예요. То есть она подала на развод из-за вот депрессии. 집과 모든 재산을 뺏기고 이제 길바닥으로 나가야 될 상황. Этот человек лишился и дома, работы, имущества, и теперь должен был жить на улице. 그래, 막 아파트 16층에 살았대요. И он жил на 16 этаже. 높잖아요. Это высоко. 근데 막 거기서 막 싸움이 벌어지는데 막 너무 감정이 막격해진 겁니다. И там они ссорились с женой, и очень сильно это задевало его чувства. 우울증이 있는데다가 충격을 받아가지고 막 너무 흥분을 한 거예요. То есть у него была депрессия, и он еще получил шок от всего вот этого происходящего. 그래서 싸우다가 순간적으로 그냥 죽어야 되겠다는 생각이 들었어요. И вот в процессе ссоры к нему пришла на миг какая-то вот эта мысль, что надо умереть. 그래서 아파트 베란다 쪽을 딱 쳐다보니까 창문이 열려 있더라. И он посмотрел вот в сторону веранды и увидел, что там окна открыты. 그래서 16층에서 뛰어내리면 죽으니까 뛰어내리려고 막 달려갔대요. И он подумал, что если он спрыгнет с 16 этажа, то точно умрет. И он стал бежать в сторону окна. 그리고는 베란다 창문으로 몸을 던졌대. И прыгнул в сторону окна. 근데 잘 못 봤는데 그 방충망이 거기 이제 문에 있었던 거지. 방충망. 벌레 못 들어오게 하는 얇은 이제 망. 네. И он не заметил, как там как была вот такая сетка, москитная сетка на окне. 너무 흥분해 가지고 못 봤던 거야. Он настолько был в таком тревожном состоянии, что не заметил этого. 그래가지고 그 방충망이 찢어지면서 몸이 대롱대롱 이렇게 매달렸대요. И он застрял из-за вот этой сетки. 이제 다시 내려와가지고는 흥분을 가라앉히고. А потом он пришел в себя и успокоился. 그래가지고 기분도 조금 풀고 싶어서 미용실에 온 거예요.
и ему хотелось как-то, чтобы у него поднялось настроение, он пришел в салон красоты. Бог послал его. И диакониса передала ему Евангелие, и он принял. И на следующий день я встретился с ним. Я снова передал ему Евангелие, ему так понравилось, и он сразу уже готов был пойти в церковь. 앞에 말씀드린 모든 분들이 지금은 제자가 되고 저희 교회 다 집사님이 돼 있어요. Все люди, о которых я вам свидетельствовал до этого момента, они стали учениками нашей церкви и диаконами. 이분도 위대한 사역을 하는 건 아니지만 우울증 있는 사람, 알코올 중독 있는 사람 늘 데리고 다녀요. Этот человек не сказать, что он ведет какое-то великое служение, но он постоянно, в его окружении есть люди, у которых есть зависимость от алкоголя, депрессия, и он с ними ведет служение. Он постоянно ухаживает за этими людьми и помогает им, чтобы они могли участвовать в богослужении, и это очень ценно. Один человек, у которого было паническое расстройство, сосредоточился на Евангелии, получил исцеление и стал благовестником. На самом деле, за одним объектом исцеления есть огромная золотая жила. У человека гаджон, чикчан, гаджок, чинчок, хмури манай. Это его семья, это его родственники, его работа, много больших дверей. И эта диакониса действительно предназначенный человек, и она очень самоотверженная. 네. 공황장애 여기까지 하도록 하겠습니다. Я на этом закончу говорить о паническом расстройстве. 우울증, 조울증. 공황장애를 가진 사람들이 우크라이나에도 많을 것이다. Я думаю, что в Украине тоже есть люди, у которых депрессия, паническое расстройство и биполярное расстройство. 우리가 그 사람들을 도울 수 있는 내용과 방법과 시스템을 준비한다면 하나님이 시작하실 것이다. Если мы ради них подготовим содержание, метод и систему, то Бог начнет действовать. 그런 내용들을 전달해드렸는데 잘 정리해서 언약으로 잡으시기 바랍니다. Я все это передал для вас, поэтому упорядочьте все это и ухватитесь за завет. 하나님의 말씀을 은혜로 받으면 그냥 지나가 버립니다. 은혜 받았다 하고 지나가 버려요. Слово Божье вы принимаете как благодать, то благодать потом проходит. 그러나 하나님의 말씀을 언약으로 잡으면 성취됩니다. Но если вы за Слово Божие держитесь как за завет, оно исполняется. 여러분, 이번에 주신 말씀을 하나님의 언약으로 붙잡고 정말 기도 시작할 수 있기를 바랍니다. Я желаю вам хватиться за это Слово, как за завет, и действительно молиться об этом. 사실은 이쪽에 저희 그 유목사님이 메시지를 계속 주셔서 그 말씀을 제가 언약으로 잡고 기도하다가 이런 응답들을 받게 됐고 пастору давал послания на эти темы, я хватился за это слово, как за завет, и Бог начал давать мне вот все эти ответы. 치유 사역에 대한 언약을 잡았더니 이런 치유에 대한 만남을 계속 열어주시는 거예요. Я ухватился за завет относительно служения исцеления, и Бог постоянно давал встречи, касаемые исцеления. 237 나라 복음화의 말씀을 언약으로 잡았더니 하나님이 237 나라의 문을 계속 열어주시는 거예요. Я ухватился за завет, евангелизация 237 стран. Бог постоянно открывает двери в 237 стран. 저는 지금 미국, 일본, 중국에 많은 신학교와 연결되어 있습니다. Сейчас я поддерживаю связь и с семинарием, который находится в Америке, в Японии и в Китае. Мьянма, Индо, Шри-Ланка, 다 연결되어 있습니다. Мьянма, Индия, Шри-Ланка.
그러다 여러분 우크라이나까지 연결돼서 얼마나 감사한지 몰라요. И также сейчас для Украины читаю лекции, я очень благодарен. 한 군데도 제가 먼저 연락한 데가 없고 다 연락이 와서 코로나 기간에 다 열렸어요. Я никуда не звонил, не просил. Мне звонили, и вот в период пандемии открылись все эти двери. 바울이, 나 바울은 메여도 하나님의 말씀은 메이지 아니하니라. Павел говорил, что я, Павел, хоть и нахожусь в узах, но Божье Слово не может находиться в узах. В Украине도 코로나가 있겠지만 하나님의 말씀은 메이지 않습니다. В Украине есть коронавирус, но Божье Слово не может быть где-то заточено. 하나님은 하실 수 있습니다. Бог может сделать. 시공간을 초월하는 보좌의 능력으로 하나님은 하실 수 있습니다. Бог может работать силой престола, которая превыше времени и пространства. 여러분을 통해 우크라이나의 빛이 비추어지기를 바랍니다. Желаю, чтобы через вас в Украине сиял свет. 유럽과 러시아와 전 세계에 빛이 비추어지기를 바랍니다. Чтобы в России, в Украине, в Европе был свет. 기도하겠습니다. Я помолюсь. 우리를 전도자로 부르신 하나님 감사합니다. Бог, благодарим за то, что ты призвал нас благовестниками. 24 보좌의 축복을 누리는 전도자가 되게 하옵시고. Помоги 24 часа наслаждаться благословением престола. 24 보좌의 축복을 누리는 지도자가 되게 하옵소서. Помоги так, чтобы были лидерами, руководителями, которые 24 часа наслаждаются благословением престола. 모든 문을 열어주시고 흑암의 세력을 결박시켜 주옵시고. Открой все двери и сокруши силы тьмы. 많은 생명이 살아나게 하시며 сделать так, чтобы оживало много жизней. 많은 치유와 제자 운동이 일어나게 하옵소서. Чтобы было исцеление движения ученика. 이분들 때문에 우크라이나가 살아나게 될 줄 확신합니다. Я уверен, что из-за присутствующих здесь будет жить Украина. 이분들의 남은 인생을 통하여 하나님이 최고의 영광을 받으시옵소서. Через оставшуюся жизнь прими наивысшую славу. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. В имени Иисуса Христа молимся. Аминь.